Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности детей. В Карачаево-Черкесии участились ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД по Карачаево-Черкесии провели профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Подробнее Алихан Лепшоков. За 3 месяца текущего года произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых несовершеннолетние участники дорожного движения получили травмы. Поэтому сегодня актуально проведение профилактических мероприятий, дабы напомнить гражданам о важности соблюдения ПДД. Чтобы не допустить ДТП, отмечают представители УГИБДД. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей и выявлению водителей, допускающих нарушения правил пешеходных переходов, и самих пешеходов, переходящих проезжую часть с нарушением правил дорожного движения. Эти правонарушения влекут за собой следующую ответственность. Статья 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения». В ходе профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники полиции раздали водителям информационные буклеты с призывом использовать детское кресло, чтобы обеспечить безопасность ребенку. Часто бывает так, что непристегнутый пассажир находится в зоне риска в случае ДТП. Сами водители отмечают, что такие акции позволят нам быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Часто я вижу, как они переходят дорогу в неположенном месте и сходят с этой аварийной ситуации. Например, вот сейчас я виноват, потому что я не уступил дорогу. А если это было где-нибудь здесь, например, уже, то я тут уже как бы не рассчитываю, что человек будет на дорогу выходить. Ну как все по закону должно быть? В первую очередь для себя надо. Безопасно. Также сотрудники полиции разъяснили пешеходам о соблюдении правил при переходе проезжей части. Все это может привести к ДТП, поэтому важно помнить о водительской этике, а пешеходам не нарушать ПДД. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.